Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. От душевного мятежа многие приходят к религии. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Уверенность этих людей очень позитивна для тех, кто стремится к достижению материального успеха и высокому положению в обществе. Следует обратить внимание на то, что их честолюбие может выйти за разумные пределы. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.